Традиционно попробовать сочиво положено в канун праздника только после литургии, которая соединяется с вечерней. Традиция не есть до первой вечерней звезды связана с воспоминанием о явлении звезды на востоке, возвестившей о рождении Христа. Во время ужина присутствующие обмениваются обладками. Это пластинки пресного хлеба с фигурным рисунком, которые символизируют тело Христа. Отломив кусочек обладки, тот, кому ее дарят, произносит доброе пожелание. Распространенный обычай оставлять за рождественским столом не занятое место. Если кто-нибудь придет в дом, то будет принят как брат. Этот обычай – знак памяти о близких, которые не могут встретить праздник вместе с семьей. Напомню, что Русская Православная Церковь отмечает рождественский сочельник 6 января.